Приветствую вас, мои дорогие подписчики и друзья, на канале Insanus Balletus, и для вас очередной анекдот. В публичный дом заходит такой древний-древний дедушка, весь аж так с него так песок сыпется, он такой... С этой паночкой... Ну, подходит мадам и говорит: «Хочу пять девушек». Наш, ну, дедушка, вам-то куда? «Я вот плачу, хочу пять девушек». Ну, она-то, ну что, клиент платит, пожалуйста. Взяла деньги, он выбрал девушек, ушли в номер. Ну вот, мамке-то интересно, что же там происходит? Это, как это он такой? Что он там делает-то с ним? С пятерми. Пять девушек. Ну и пошла тут подсматривать замочную скважину. Ну, это девушка. Так, ты... Бери меня за правую руку, а? Держи. Ты бери меня за левую руку, держи. Так, ты и ты. Одна за одну ногу, другая за другую ногу. Держите меня. А ты садись сверху и направляй. Направила. Так, такая, да, направила. А теперь отпускайте меня. Всем пока. Ждите новых анекдотов. До новых встреч.